Всем привет, меня зовут Егор, и в этом ролике мы поговорим о кланах, а именно о серии в КВ. В данный момент в моем клане серия составляет 6 КВ подряд. Но мы идем на рекорд, я хочу достичь в клане минимум 100 побед серии КВ. Это примерно 200 дней нужно играть в КВ подряд без прерывов. Вот, но учитывая ЛВК, там это может занять больше времени. В клане много моих аккаунтов, очень много, и пока что серию получается играть. Мы выиграли сейчас КВ 20 на 20, до этого я играл КВ 10 на 10, вот, и думаю, что мы увеличим состав. Поэтому заходите в клан, тег будет в описании, чтобы сыграть КВ уже через одно в 30 на 30, потом 40 на 40 и 50 на 50. От ТХ-8 заходите. Главное, смотрите, у меня на первом месте ТХ-15, на втором месте ТХ-16 и ТХ-14. Дальше там идут тренажки, двенашки зарашенные, но... Учитывая то, что прошлое КВ мы играли с кланом, которому не повезло с балансом, и ему попались мы, потому что у него были ТХ-13 на топе и ниже, а у меня первое место ТХ-15 и ТХ-16. То есть, и у них серия была 7 побед, или 6, 6 тут вроде, и мы ее прервали. У нас же серия продолжается, то есть я к тому, что баланс очень сильно играет. То есть вот наша серия, и мы уже сделали... хорошую серию, и будем идти дальше. Напишите в комментариях, какая серия именно у вас. Итак, значит, рассмотрим текущую подготовку к КВ и какие у нас составы. Первое место ТХ-15, у них тут 2 ТХ-14, 2 ТХ-14, и дальше идут ТХ-12. В самом низу находится ТХ-5 и ТХ-8. У меня же таких аккаунтов нет. У нас самое минимальное – это ТХ-7 в нашем клане состоит. Которому будет проблема, вообще не проблема, снести этот ТХ-5. То есть это КВ, скорее всего, ну не скорее всего, шансов 95%, что мы тоже выиграем. Обзор этого КВ уже будет непосредственно тоже завтра. То есть, в принципе, противники очень слабые, им опять не повезло с балансом. То есть главное, что сделать, чтобы вам везло с таким же балансом. Вы берете, допустим, топы. Вы можете взять один супер прокачанный аккаунт. Вот, и взять, допустим, дальше, вот у меня аккаунт ТХ-15, да, он тут, тут дефа ТХ-13, вот, некоторые ТХ-14, тут вообще зарашенная 16-я. То есть брать сверху там плюс-минус зарашенные аккаунты, брать, допустим, аккаунт ТХ-14 с дефом первого уровня, на низкий дать там, допустим, как у меня аккаунт варвара, у которого ТХ-9, у него все строения первого уровня и открыты только варвары. Или же инженерные аккаунты, если вам интересно, что такое инженерный аккаунт, либо вы не знаете, пишите в комментариях, я запишу по этому поводу ролик. То есть, вот вы видите, какие у них базы, тут ТХ-14 с дефом, то есть от ТХ-9. Посмотрим, допустим, пятого у соперника, это... Ну, двенашка, неплохая прокачка у ТХ-11, но тоже проблемы ее снести никакой не будет. То есть просто ведьмы плюс големы, и эти базы все снесутся вообще на ура. Вот эта база тоже снесется. То есть, ну, все это снесется на отлично. Поэтому я думаю, что проблем с этим КВ никаких не будет. Не знаю, если вы напишите, то я запишу ролик по этому КВ по атакам. Если вам интересно будет... Хотя по КВшке вы набираете активность всегда, поэтому пишите. Вот ТХ-11, кстати, перешедший с ТХ-10. То есть аккаунты у противников, игроки точнее, или это один может человек, не знаю, пока непонятно. То есть у них, к сожалению, серия закончится, а у нас же будет продолжение нашей серии. Поэтому вот такие вот дела. Прежде чем составлять микс, главное выбирайте. Вы можете также создать, там, не знаю, своих аккаунтов, прокачать их буквально там за пару месяцев до ТХ-9, брать их в КВ и также тащить и делать классную серию. Поэтому пишите в комментариях.